Всем привет! Сегодня хочу вам рассказать о таком проекте, как BizMoz. Решение все в одном – блокчейн Asset. Наша цель – обеспечить постоянное решение для сети блокчейн, одна из самых больших платформ активов. Она состоит из 26 страниц, имеется содержание. Это подробный доклад о проекте, его идеях и целях. Как работает данная платформа? Бизнес-план выполнен качественно, видно, что команда отнеслась к нему серьезно. Вы можете его более детально изучить по ссылке в описании. Видео о проекте представлено. Зачем инвестировать? Мы являемся решением все в одном блокчейн Asset. Настойчивость – это то, к чему мы стремимся. Выгодные как краткосрочные, так и долгосрочные инвестиции. Обмен BizMoz был создан с использованием трех основных фундаментальных основ. Доступность, удобство и рентабельность. BizMoz был разработан с нуля, чтобы приспособить это развитие и революционизировать криптоиндустрию в течение одного переходного периода. Доступный для массового принятия широкой общественностью. Прямые опции фиат ту крипто и наоборот. Видео, объясняющее каждую особенность нашего обмена и все другие фундаментальные аспекты ревалентности. Доступны для массового принятия широкой общественностью. Прямой фиат ту крипто и наоборот. Объяснение видео для каждой функции. Усовершенствованный пользовательский интерфейс. Разработан как для новых инвесторов, так и для опытных инвесторов. Низкие торговые сборы, торговая площадь, инкубатор ICO, встроенные аппаратные кошельки, обмен на дебетовые карты. Краткосрочные инвестиции с высокими доходами. О BGM. BizMoz создаст всеохватывающий обмен криптовалютами, который будет уточнять... BizMoz, созданный сочетанием начинающих предпринимателей и опытных инвесторов, объединяет опыт своей команды, чтобы создать всеобъемлющий криптообмен, который позволит уточнить, как торгуются криптовалютные операции. Наша платформа будет включать множество новых функций, чтобы отличать себя от текущих обменов и закрепиться на крипторесурсе. Используя разнообразие нашей команды, мы создаем мощный и надежный обмен, который не только удовлетворит потребности традиционных фондовых инвесторов, но и упростит процесс, позволяя даже не техническим подкованным людям начать торговать. На BizMoz мы оцениваем уточнение и продвижение. Вот некоторые функции. Простое управление портфелем, повышение безопасности, аппаратная интеграция кошелька, опции фиат, торговая площадь, дебетовая карта, поддержка круглосуточно, расширенные параметры торговли, инкубатор ICO. Партнеры компании представлены, такие как Redcoin и Stellar Holdings. Справедливый обмен, делающий криптотрейдинг доступным для всех. Дорожная карта представлена с начала проекта в сентябре 2017 года, на сегодняшний день этап ICO и дальнейшие планы проекта. Распределение коинов показано в процентном соотношении. Команда нам представлена ссылками на линки Димы. Также можно оставить свои контактные данные, подписаться на новостные обновления. Их сообщество есть во многих социальных сетях. Посмотрим их аккаунт в Фейсбуке. Здесь у них более 600 подписчиков, актуальные публикации. Они часто добавляют фото и видео. Подписчики активно комментируют и лайкают их посты. Также посмотрим их профиль в Твиттере. Здесь у них более 2500 читателей. Также актуальные публикации. Видно, что они следят за своими социальными сетями. В целом, я считаю, этот проект интересный, перспективный.
Советую вам заглянуть на этот сайт. Все ссылки оставлю в описании. На этом у меня все. Всем спасибо. Пока.